Лучшие друзья девушек – это бриллианты, а также топазы, сапфиры, рубины, изумруды. И только ювелир знает, какой это непростой кропотливый труд создавать уникальные драгоценные изделия. Здесь невозможно нарисовать, здесь каждый камень имеет свою форму. Поэтому под каждый камень надо вырезать определенная форма, определенная. Все равно ты смотришь, что это подходит. То ли это висячий камушек, то ли это должно жестко сидеть. Иногда украшаем, иногда людям нравится так. Наша республика славится своими алмазами, ювелирными украшениями, эксклюзивной работой мастеров из драгоценных металлов. Все это представлено в компании «Сахатас», что в переводе означает «якутский камень». Наша компания вот уже 29 лет занимается производством ювелирных изделий эксклюзивных, также огранкой, изготовлением картин и очень красивыми сувенирами из бивня мамонта, также из чароита. Золото, серебра. Эксклюзивные изделия из чароита мы изготавливаем. Бизнес-сувениры, как их называют. Можете подарить уезжающему человеку, своему начальнику или очень дорогому человеку. Это будет самый лучший подарок. Местные ювелиры в своей работе используют камни, добытые на якутской земле, а также эксклюзивные экземпляры со своей историей. Здесь и хромдиопсид наглинского месторождения, уникальный чароит с берегов реки Чара, якутские бриллианты и другие самоцветы республики. И только истинные мастера, чувствующие красоту камней, способны из неровной стекляшки или куска металла сотворить произведение искусства. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.